Добрый день. Омская филармония дома. Я Алла Енина, актриса Омской филармонии, мастер художественного слова. Я хочу почитать вам свои любимые стихи современных авторов. Александр Кочетков. Как больно, милая, как странно. Сроднясь земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно. Раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется жаркими слезами, не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, душа и кровь неразделимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой любимый, ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. А если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, а если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча. Не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. А если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, а если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал, нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь и кровью простайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Владимир Высоцкий. Трубят рога, скорей, скорей, и копошится свита. Душа у ловчих без затей жил в оловьих свита. Ну и забава у людей. Убить двух белых лебедей. И стрелы ввысь помчались. У лучников наметан глаз. А эти лебеди как раз сегодня повстречались. Она жила под солнцем, там, где синих звезд без счета, куда под силу лебедям высокого полета вспари и два крыла раскинь в густую трепетную синь. Скользи по божьим склонам, куда и вправду долететь лишь ангелом и стоном. Но он и там ее настиг, и счастлив миг единый. Но только был тот краткий миг их песней лебединой. Крылатым ангелом сродни к земле направились они. Из-за кустов, как из-за стен, следят охотники за тем, чтоб счастье было кратким. Вот отирают пот со лба виновники падения. Сбылась последняя мольба. Остановись. Мгновенье. Так пелся этот вечный стих в пик лебединой песни их. Счастливцев одночасье. Они упали вниз вдвоем, так и оставшись на седьмом, на высшем небе.
счастье. Спасибо. Пусть в ваших семьях будет мир и покой, счастье вам и любви.